Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня видео по боксу, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываю монеты, криптомонеты. Называется FreeBunk. Отличный сайт, конечно, бокс. Вот. Регистрация на простейший логин, email, пароль, капча. Значит, вот видите, два таких, кто не знает, и две таких нужно, чтобы было в одном экземпляре. Кликаете, все, просмотр засчитан. Значит, ну, и после чего попадаем в кабинет. Значит, и прежде чем продолжить, хочу вам сказать, что мы все понимаем, что у нас с Ютубом, да, проблема, конечно, я на Ютуб выкладываю видео, но тем не менее, вот я зарегистрировалась на такой видеоплатформе, это российская видеоплатформа, и она запустилась, если я не ошибаюсь, в конце июля этого года. Вот. Я зарегистрировалась, мой канал начала понемногу видео сюда как бы загружать. Вот. Видео. О-о. 13 видео сюда уже загрузила. Подписчиков, конечно, по нулям. Просмотров нет. Как это я читала в интернете по этой платформе, начала искать информацию. Убийца YouTube. Шутники, наверное, написали. Ну и также Рутуб. Но Рутубе я уже прилично как бы. Вчера вот я зашла, ничего не понять, уже все забыла, как загружать. Ну тут хотя бы смотрите, 3 просмотра кто-то просмотрел. Вот, и здесь я последний раз вот загружала 2 года назад. Ну и Рутуб. Я просто в описании, вернее, в закрепленном комментарии оставлю ссылочки на видео. Захотите, может, и YouTube-блогерам кому понадобится. Вот такая вот платформа, она новая. Кто не знает. Ну и Рутуб. Захотите, заходите, создавайте аккаунты, как бы, и заливайте. Вот, ну ладно, пойдем к боксу. Попадаем в кабинет, друзья. Закрою эти вкладки. Значит, сегодня буду выводить монеты в тронах. Выводила я в лайткоинах и поставила в тронах. Значит, у меня вот такое количество тронов. И что? Здесь тоже вот троны отображаются. Ежедневный бонус у нас есть. Это домашняя страничка. Вот такое количество мне начислили TRX. Если вы поставите, вам начислят в лайткоинах, в любую криптовалюту, которую вы сюда поставите. У меня стоит трон. Вот, после регистрации обязательно нужно зайти. Нужно зайти куда? Настройки. Так, где у нас тут настройки? Вот с этим. Обязательно в порядке прописать адрес, почту от FaucetPay, чтобы делать вывод. Для вывода, если вы выводите на C-Wallet, прописываете ID C-Wallet, а здесь вы выбираете монеты, какие вам надо. Dogecoin на FaucetPay, Binance, Tron, Litecoin. Это все идет на FaucetPay. Выберите монетку, кликните Go, монетки сохранятся, и будут они у вас здесь. И будете собирать, значит, трон. Поставите лайткоин, будете собирать лайткоин. Поставите Dogecoin, будете собирать Dogecoin. BNB, значит, BNB. Значит, вкладочка вывод.
Значит, я не буду писать в описании минималку на вывод, так как здесь на каждую криптомонету своя минималка на вывод. Минималка здесь не завышена. Это идет C-Wallet. Видимо, вот обратите внимание, это Faucet Pay Litecoin. Минималка на вывод в лайткоинах 1723 лайткоин сатох. Значит, Tron на Faucet Pay, вот здесь есть кружочек, кликаем, ставим обязательно галочку. Вот такой кружочек загорелся. На каждую монетку не забывайте. И вот такое количество минималки, вот минимум вывод, вот такое количество TRX. В Binance, также если будете в Binance выводить, собирать, вот такое количество Satosh. Ну и Dogecoin, вот такого тоже галочку, минималка вот такая, такое количество. Я буду выводить в тронах. Сразу по раз идем так по порядочку. Так, галочка у меня стоит, почта у меня прописана. Здесь у нас такая капча. Капча замечательная. Мне нравятся такие капчи. Кликаем все. Кликаем вывод. Вот, все. Что у нас тут? Мои монеты вот эти отправились. И баланс мой по нулям перевести на русский. На вас сейчас отправлено токены. Воля-ля. Так, где мой? Значит, здесь что мы? Перезагружаем Faucet Pay. Фрибонг. Вот мои троны. 30 августа платит инстантом. Шикарный букс. Мне очень нравится. Так, ну что, здесь у нас домашняя страничка только и вывод. Больше здесь ничего. Настройки еще. Не забудьте про настройки. Обязательно пропишите почту от Faucet Pay. Кран. Значит, здесь мы что? Антиботы капчу. Так, таймер 1 минута, по-моему. 9-7. Также разгадываем. Видим вот таких картиночки 3 штучки, а вот этих 2. Наименьшее количество. Кликаем, раз их 2. И на зеленую вкладочку. Все, мне зачет. Окей. Пошел таймер. Сразу монетки мне в тронах перешли. И рекламка. Значит, по 10 секунд, по 5 секунд. Видим здесь рекламу предостаточно. Вот. Ну, давайте посмотрим какую-нибудь короткую рекламку. 5 секунд кликаем. Вот здесь в левом верхнем углу идет таймер. Также капча без заморочек. Кликаем. Зачет. Возвращаемся. Зачет. Далее пошли. 5 секунд. Кликаем. Опять идет таймер. Разгадываем капчу нашу любимую. Значит, здесь обратите две вот таких картиночки. Две таких. И одна вот такая. Кликаем на одну, значит. Вэри. Возвращаемся. Ну и все. Таким вот образом мы просматриваем. Ну, короткие ссылки я не смотрю. Кто умеет, кто любит просматривать короткие ссылки. Конечно, здесь их... Ого-го. Да? Ну и доход побольше. Я не любитель. Ну, а фервал я тоже не лезу. Ну и все. Кому интересно, работайте, собирайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.